Мне кажется, что он что-то жрет. Ребята, он реально что-то... Черт, ребята! Жесть, мы опять спугнули Соника. Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшно. Потому что следующей нашей покупкой на сайте Darknet будет Pop-It Sonic Exe. А перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два, три. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что ты попадешь в мое. Друзья, Sonic Exe – это один из очень страшных персонажей, которые стали участниками очень многих игр. Sonic недобрый и не спасает никого, а наоборот убивает всех своих друзей по любимому анимешному сериалу. Друзья, просто он их грызет, уничтожает, обладает сверхспособностями летать и быстро бегать. В общем, друзья, что говорить, Sonic Exe ужасно жуткий. И сегодня мы закажем не просто Sonic Exe, а именно Sonic Exe Pop-It из пластилина. Друзья, суперсовременные поп-итки, которые вы можете увидеть только на моем канале, потому что я уже заказывала поп-ит сиреноголовый, поп-ит картонка, друзья, поп-ит мороженщик и так далее. Сегодня на очереди поп-ит Sonic Exe, друзья. А кто будет следующим, вы прямо сейчас можете ответить в моем сообществе. И у меня есть пару идей на этот счет. Например, хотели бы вы увидеть поп-ит Cartoon Dog? Если у вас есть свои варианты того, какой поп-ит можно заказать, поп-ит монстра, то пишите об этом в комментариях. Ну а мы прямо сейчас отправимся и передадим этот конверт, друзья, с деньгами. Обменяем его на поп-ит Sonic Exe. Увидим, как он выглядит. Мне кажется, должно быть жутко страшно и интересно. Погнали! Друзья, у нас есть определенное место, где мы обмениваем деньги на наши Darknet посылки. Это место периодически меняется, но в принципе оно остается чаще всего неизменным. От меня это никак не зависит, потому что когда я связываюсь с менеджером сайта Darknet и говорю им о том, что нужно произвести обмен денег на посылку, они ставят определенную точку на специальном устройстве, и это точка координат. И по этой точке координат я должна оставить деньги. Очень редко они выходят на контакт лично, то есть общаются вот так вот, лицом к лицу. В основном все происходит за кадром, так можно сказать, или от ненужных глаз, то есть все скрыто. О, ребята, так, сегодня это место Darknet, посылку, которую мы получим, она будет здесь у нас, в нашем проклятом лесу, ребята. В очень жутко проклятом лесу. Ни один монстр встречался мне здесь, в этом лесу. И поверьте мне, вам легко смотреть по ту сторону экрана. Но если бы вы со мной пришли сюда, я вам клянусь, вам было бы так страшно, как не было никогда. Потому что это реально жуткое и проклятое место. Ладно, я оставляю конверт с деньгами на этом месте. Это наш сейф, который также отмечен создателями сайта Darknet, видите, меткой, крестом. Поэтому, ребят, что это? Ребята, можно встретить в этом лесу кого угодно, абсолютно любого монстра. И я уже, кстати говоря, ничего, даже дар речи пропал. Я ничему не удивлюсь, потому что это место настолько пропитано мистикой, настолько пропитано трауром и монстрами разными, что здесь реально, друзья, жутковато, особенно ночью. Поэтому до сих пор я так и не вернулась сюда, действительно, прямо в самую темную ночь. Это реально очень страшно. Но если вы хотите, чтобы на моем канале было больше видео, которые я снимаю ночью, то прямо сейчас давайте соберем на этом видео 5000 лайков. Я верю, вы сможете. А мы ждем наш поп-ит Sonic Exe. Итак, друзья,
Прямо сейчас мне сообщили по СМС то, что наш Puppet Sonic Exe доставлен, и прямо сейчас мы увидим, как он выглядит. Кстати говоря, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. И он сегодня будет мне помогать справиться, если что-то вдруг пойдет не так с Соником Exe. И я уже вижу, что наша посылка доставлена. Ребята, вы это видите? Офигеть, какой крутой Sonic Exe! Он реально Exe, потому что, посмотрите, глаза его красные. И это просто очень крутой Puppet из пластилина Sonic Exe, ребята. Жесть. И какой-то странный подул ветер, ребята, как будто кто-то за нами следит. Но ладно, ведь это еще не все, потому что прямо сейчас этот Puppet Sonic Exe слеплен из проклятого даркнетовского пластилина. Поэтому он так дорого стоит, друзья. За 1500 баксов была куплена эта пластилиновая попытка, друзья. А любите ли вы Puppet и какие Puppet у вас есть? А может быть, вы любите Symbol Dimble? Я не знаю, друзья. Напишите в комментариях. Мне очень важно знать то, что интересно моим подписчикам, потому что мой контент, и я полностью для вас, друзья. Сейчас мы отправимся к доске для вызова духов и вызовем Sonic Exe. И он должен прийти, потому что у меня его любимая современная Puppet игрушка Sonic Exe из пластилина. Погнали! Итак, ребята, мы вернулись с вами в наш дом из дерева. И, ребята, здесь, конечно, очень жутко. И очень многие мои подписчики мечтают попасть в этот дом, посмотреть его и получить автограф от королевы мистики. Поэтому, друзья, такой шанс я могу вам предоставить. Пишите прямо сейчас в комментариях, пока идет реклама, кто мечтает побывать в моем доме-призраке, забраться на верхний этаж и вместе со мной вызвать пиковую даму. Я думаю, что это будет интересно, друзья. Ну а мы приступим. Наш Puppet Sonic Exe нереально крутой, ребята. Кстати, напишите от 1 до 5, насколько этот Puppet Sonic Exe вам нравится, где 1 это вообще не нравится, а 5 он реально крутой. Итак, наша доска для вызова духов. Старинная, просто престаринная. И, ребята, она никогда меня не подводила, эта доска. Очень-очень пропитана мистикой, волшебством и так далее, друзья. Поэтому очень аккуратно, даже если вы себе купили доску для вызова духов, и она изначально у вас не работала, дайте ей время привыкнуть к вашим рукам, к вашему теплу, чтобы она при встрече со своим хозяином всегда давала ответ. А мы начинаем. Sonic Exe, приди. Sonic Exe, приди. Sonic Exe, приди. Блин, мне показалось, что как будто вдоль забора что-то там вот так промчалось быстро. Ребята, я думаю, что Sonic Exe здесь, потому что мне показаться не могло. Что-то быстрое синее пробежало, и мы с вами попробуем сейчас понаблюдать. Я буду пытаться поймать Sonic Exe. Как я это буду делать, вы узнаете прямо сейчас. А пока сделайте красную кнопку серой и подпишитесь на мой канал, друзья. А также подпишитесь на мой второй канал Ирина Страшилки, на канал для игр моей дочки Алиса Семья, он называется, и на мой ТикТок Ирина Ясинская. Друзья, короче, везде я есть. Ищите и подписывайтесь на мои социальные сети. А мы пойдем искать Соника. Блин, Дим. Где он может быть? Он промчался, мне кажется, в лес. Он прячется в лесу. Ребята, Sonic Exe в лесу уже. Я сейчас попробую через игрушку, попробую связаться. Сейчас. Sonic, Sonic, Sonic Exe. Вон он! Дим. Черт, ребята! Реально, Sonic Exe здесь у нас в лесу. Я просто в это не верю. Потому что, когда я заказывала этот Puppet, мне сказали, что он, именно Sonic Exe, придет за своей игрушкой, друзья. Ладно, давайте я попробую оставить здесь Sonic Exe Puppet, друзья, и установить камеру на штатив, друзья, чтобы попробовать найти Sonic Exe. Вдруг он придет за своей игрушкой. Sonic Exe движется прямо на нас.
Это что-то необыкновенное, но нам нужно укрыться поскорее, чтобы он нас не нашел, а иначе беды не миновать. Черт. Жесть, ребята! Вы видели, почему-то Соник не смог забрать свою игрушку. Наверное, мы его спугнули. Но вы его реально видели, ребята. Это просто жесть. Ладно, мне хочется еще раз посмотреть на Соника Экзе. И сейчас я попрошу сделать его так, чтобы он показал свои сверхспособности. А именно, я хочу увидеть летающего Соника Экзе, друзья. Ладно, попробуем связаться с ним. Если ты меня слышишь, Соник Экзе... Я прошу тебя, покажи мне свою силу, ведь ты сильный, и я знаю, что ты умеешь летать. Вот твоя любимая игрушка, я оставляю ее тебе здесь, но в обмен я прошу, чтобы ты показал свои сверхспособности и полетал. Ребята, а мы опять оставим камеру здесь для того, чтобы увидеть, действительно ли умеет Соник Экзе летать. Ребята, вы видите, что Соник Экзе делает? Он умеет летать, жесть, ребята, посмотрите, Соник Экзе взлетел так высоко, хорошо, что мы можем наблюдать за ним в безопасном месте, там, где он нас не заметит, но это потрясающая способность Соника Экзе летать, ребята, и вы видите, это одними из первых, это очень круто. Черт, ребята! Жесть, мы опять спугнули Соник Экзе. Дим, ты это видел? Да. Жесть, ты видел, как он летал? Черт, как его поймать? Я не знаю, а стоит ли его вообще ловить? Я просто знаю, как можно другим путем избавиться. У нас же есть специальный укол, при помощи которого мы отправляем потусторонних монстров обратно в свой потусторонний мир, в мир игры, и убираем его просто отсюда. Ребята, у меня есть кровь, заказанная на сайте Darknet, но те, кто меня смотрит, знают это постоянно. Что это? Дим, черт, Соник Экзе у нашего дома, у нашего дома из дерева, пошли, тихо, прячься, Соник Экзе прямо сейчас находится у нашего дома из дерева, ребята, сейчас мы попробуем понаблюдать, что он там делает, ребята, это просто жесть. Ребята, вы видите, что-то делает Соник Экзе в нашем доме из дерева, ребята. О, господи, черт, мне кажется, что он что-то жрет. Ребята, он реально что-то жрет. Соник Экзе что-то ест. О, господи, нет, он увидел нас, ребята. Черт, нам нужно убегать скорее, скорее, скорее. Ди, бежим скорее. Черт, блин, он исчез. Ребята, вы видели, он что-то здесь ел. Он что-то ел в нашем доме из дерева, ребята. Он был здесь. Черт. Вот черт, он выпил всю кровь. Кровь с Даркнета, чтобы я не смогла его отсюда изгнать. Это просто жесть. Что же теперь делать? Ладно, хотя бы попробуем через доску для вызова духов. Соник Экзе, прощай. Нужно всегда завершать спиритический сеанс. Я надеюсь, что это поможет, друзья. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому всем желаю счастья и добра. Всем пока.